Черт! Ну как, думаешь, мы выберемся? Вряд ли. Нужна сила медведя, чтобы выломать эти решетки голыми руками. Что значит «не выберемся»? Как же так? Почему бы тебе не спросить этих парней? Черт! Ты видел? Там кто-то был. Лучше закрой рот и отойди. Не может быть, чтобы такие воры, как мы, не выбрались отсюда. Послушайте, вам лучше не ворчать, а подумать над чем-нибудь. Бесполезно. Не могу поверить, что я на тебя трачу время. У меня миссия от Господа. Посмотрите, что за напрасный труд. Меня зовут Шейла, но я не уверена. Вам лучше помолиться. Я говорю с вами, мертвые люди. Здесь никто не может больше говорить. Никто! Ты тоже здесь умерла? Да, я тоже здесь умерла. Это было очень-очень давно. Когда я родилась, меня здесь закрыли и отрубили голову. Вот так день рождения. Никто даже не знает, кто я такая. О, мой бедный ангел. Бедный ангел, я? Лучше позаботься о себе. Ты умрешь в течение 3 дней. Я не знаю, что произошло, но я уверен, что твоя мама тебя очень сильно любила. Моя мама? Я не знаю ни ее лица, ни имени, ни откуда она родом. Все, что ты говоришь, для меня ничто. День моего рождения был днем моей смерти. Никто не любил меня, и я не хочу, чтобы меня любили. Умрите вы все! Умрите! Thank you.
Thank you.
Удивительно. Потрясающе. Не могу поверить, что все эти сокровища находятся в монастыре. Надпись. Так это же Караваджо. Невероятно. Но почему эти сокровища были забыты? Сокровища. Если все эти сокровища вернуть в Ватикан, то богатство христианства было бы невероятным. Что за находка? Ты не забыл, что это за место? Это не просто монастырь. Он был тюрьмой. Людей казнили за то, что они боролись за власть. Должно быть, эти сокровища были взяты у них. Они впитали в себя ненависть и проклятие. Ты тоже будешь проклят, если будешь поклоняться таким вещам. Я занятой человек, и у меня нет времени объяснять тебе значение судьбы. Но я скажу тебе, почему мы нашли эти сокровища. Только Бог направил нас сюда. Он знает, что он делает. Понятно? Отвратительная вера. А как насчет тебя, Эдвард? Кажется, ты более образован, чем она. Да мне все равно. Скажи, сколько он стоит, а остальное чушь. Кажется, я опять разочаровался. Думаю, что эти мертвые воры лучше вас двоих. Они-то оценили эти сокровища. Если это проповедь, то я не совсем ее понимаю. Не каждый мертвый был вором. Потому что наряду с мумиями здесь есть и совсем свежие тела. Да. От этих трупов тошнота подкатывается к горлу. Так это пара... Глупцы. Как может такая добрая и верующая пара быть убийцами? Это только результат ревности и жадности. Язычники, выросшие в жестокости. Я никогда не поверю этой клевете. Это так... так неприятно.
Thank you.